ты снова пьешь, отец? Ты же говорил, что выпьешь одну рюмку, но ты снова за старое. Отстань ты, и так голова трещит. Из-за этого парня? Ну да. Из-за него. Кем это он себя возомнил, что смеет приставать к тебе? На что он надеется? Пускай он отправляется ко всем чертям. Так, папа, я поставила его на место. Чего ты переживаешь-то? Сегодня я ходил к твоему брату. Что? К брату? Ну да. Может быть, я и плохой отец. А я живу со света человека, который дотронется до моей дочери. Мне все равно. На этот холдинг мне плевать. И что он глава этого холдинга, тоже плевать. Отец, хватит. Ведь если нужно, я мир переверну ради тебя. Переверну. Больше не пей, ладно? Я даже умру. Умру ради тебя. А вы все еще там? Только что вышли. Дорогая, будь осторожнее. Ну что ты говоришь? Я же не пьяная. Хорошо, просто будь осторожнее. Я отвезу Шахрезад и приеду. Она перебрала. Нет-нет, она такая милая. Я кладу трубку. Увидимся дома. Привет, Севархан. Передам. Увидимся. Большое спасибо. Пожалуйста, хорошего вечера.